7 серпня в Умані відбувся брифінг із керівником комунального підприємства «Уманьводоканал» Юрієм Токарєвим. Темою зустрічі стала робота КП «Уманьводоканал» за останні півроку, успіхи та недоліки. За словами директора підприємства, тариф на послуги «Уманьводоканал» покриває усі витрати лише на 70%. Він також озвучив варіанти виходу із даної ситуації. Варіантів кілька. Один із самых таких простых, скажем, для предприятия вариантов, это обратиться в национальную комиссию и привести в соответствие или до экономически обоснованного уровня поднять тарифы. Понимая ситуацию как в городе, так и в государстве в целом, кризисная, сложная, мы не идем по этому пути сегодня, идем по пути сегодня другому. Ищем внутренние резервы. А внутренние резервы у нас сегодня имеются. Имеются в каком плане? Для того, чтобы сократить себестоимость продукции, надо или снизить затратную часть, или увеличить объем реализации. И там есть перспектива. В первом случае, касательно затрат, есть ряд мероприятий, которые разработаны сегодня на КП «Уманьводоканал», на техническом совете и одобрены. Значит, это такие направления, как разработка собственных водозаборов, которые в 90-е годы, в 2000-е были попросту брошены, заброшены. И наши скважины, сегодня мы провели, значит, ревизию сделали. Есть предварительные акты, дефектные акты по этим скважинам. И действительно, есть достаточно очень хорошего, высокого качества вода, лабораторные есть исследования. Есть самоизливные скважины, у которых воды достаточно большой дебит. И восстановление этих скважин сегодня даст нам возможность уйти от вот этой зависимости, от покупной воды, от Белой Церкви, которая... Действительно, сегодня ярмом лежит на, не только на водоканале, а в целом на громаде города Умань. По этому поводу неоднократно выступал и городской голова, и мы давали информацию, что мы обращались и в антимонопольный комитет, и есть решение о пересмотре тарифов. Но, к сожалению, сегодня законодательно этот вопрос до сих пор не урегулирован. Национальная комиссия сегодня просто не имеет... Ну, с их слов, скажем так, не имеют возможности для того, чтобы пересмотреть и перевести в соответствие вот эти вот тарифы. За останні 6 місяців комунальне підприємство «Уманьводоканал» провело ряд робіт. Зокрема, замінено вузол обліку води в Білій церкві, що дало економію 7-10%. Проводиться робота по зонуванню. Сегодня мы вывели Пиковецкую зону, Кельманскую зону и работаем над выведением зоны Александровского водозабора. Останется потом большая зона у нас Белоцерковской воды, но мы там дальше будем работать и тоже ее на зоны будем делить. Применяются регуляторы давления, то есть там, где есть избыточное давление, значит, идет снижение. В июне месяце мы провели промывку системы, промывку резервуаров чистой воды, хлорирование системы, промывку водовода. Затратили, конечно, достаточно большие ресурсы для этого. Проведенные работы дали певні результаты. Потребление электроэнергии сегодня сократилось за полугодие 2014 года и 2015 года, я буду такие цифры приводить, значит, на 157,1 тысячи киловатт. Это в гривневом эквиваленте порядка 284 тысячи гривен. Объемы покупной воды нам удалось снизить на 305 тысяч кубометров, это 1,4 миллиона гривен. И, соответственно, снижены потери предприятия, это бич для Умани, с 62,5% до 50,4%. Это порядка 260 тысяч метров кубических по стоимости тарифа, это 4,5 миллиона гривен. Окремо під час брифінгу директор підприємства торкнувся питання різниці у тарифах, через що підприємство мало певні борги. Стоит отметить, что на 1 января 2015 года
Разница в тарифах на предприятии составила 0 гривен. И мы не имели возможности рассчитываться за электроэнергию, за покупную воду и так далее. Предварительно провел аудит внутренний. Мы пришли к заключению, что действительно резервы предприятия по разнице в тарифах составляют около 20 миллионов гривен. Обратились с этим вопросом мы к городскому главе. Он своим распоряжением создал рабочую комиссию, куда вошли службы городские, в том числе и финансовые инспекции. Значит, и поработав несколько дней, они подтвердили наши расчеты, ну, также предварительно подтвердили. Почему? Потому что более глубокий анализ необходим был. После этого нам пришлось обратиться в финансовую инспекцию. Кстати, с 2009 года на предприятии не было ни одной проверки. И что тут творилось, конечно, одному Богу известно. Но основной акцент мы ставили на то, чтобы они подтвердили наши расчеты, наши сомнения. Значит, в апреле-мае была проведена, она два месяца работала, достаточно долго, проведена эта проверка, и подтвердили нам они 21,5 миллиона. Собрали мы пакет документов, отвезли в областную территориальную комиссию, с боем там доказывали, потому что предприятие в 2012, 2013, 2014 годах писало то, что они не претендуют на разницу в тарифах. Сложно было нам доказывать всей комиссии, там и городские власти подключались, спасибо им большое за это. Но мы доказали 21,5 миллион. В результате на Черкасскую область было выделено около 60 миллионов гривен дотации или субвенции по разнице в тарифах, из которых сегодня мы получили 13 миллионов. 5,3 миллиона мы закрыли долг за электроэнергию, и 7,9 миллиона мы закрыли долг перед за покупную воду перед ТОВ «Белоцерковь вода». Практически долгов на сегодняшний день у нас нет, только текущие. И есть возможность у нас и текущие долги сегодня закрыть через разницу в тарифах. В связи с тем, что из выделенных этих 60 миллионов реальная необходимость области порядка составляет 125 миллионов, и четверть уже забрал Умань-Водоканал на себя, там есть еще тепловые организации, есть другие водоканалы, которые тоже нуждаются в этой субвенции. Поэтому сложно нам будет уже дополнительно еще какие-то деньги получить. Но мы будем стараться. Мы готовим документы, будем доказывать и добиваться того, чтобы нам все-таки выделили дополнительно еще эту субвенцию. В результате на 1 января мы имели 18,4 миллиона гривен разного рода долгов. В том числе энергетикам, покупная вода, единый социальный взнос. Это искусственно нарощенные долги, я об этом уже рассказывал, 6,7 миллионов гривен. И исполнительный сбор 1,4 миллиона гривен, это то, что по арестам счетов накладывается, исполнительная служба забирает от этих сумм 10% по закону. Никуда нам теперь от этого не деться, надо будет потихоньку выплачивать эти суммы. На сегодняшний день текущие долги Черкасса Облэнерго, Белоцерковь Вода, единый социальный взнос нам удалось сократить задолженность на 400 тысяч гривен, плюс все текущие платежи мы платим сполна. По заработной плате долгов нет вообще. По исполнительной службе мы заплатили порядка 200 тысяч гривен за эти полгода.